Сегодня свой день рождения отмечает Сбербанк. По традиции в этот день клиентов ждут приятные бонусы и подарки. Один из них накануне получили те, кто хочет оформить ипотеку. Алексей Карельский продолжит. Архангелогородка Елена Полянская идет не просто в отделение Сбербанка, а в его новый, уже шестой в регионе, центр ипотечного кредитования. На церемонии официального открытия центра Елена узнала, что стала 7-тысячным клиентом, оформившим ипотеку в Сбербанке в этом году. Я очень счастлива, что я стала таким значимым клиентом для банка, что я получила кредит, что я купила квартиру. Очень внимательные сотрудники очень помогли мне с принятием решения. Решение обратиться в Сбербанк при оформлении ипотеки принимают 7 из 10 северян. При этом за неполный год он выдал жилищных кредитов на сумму более 10,5 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд. Так что новый центр ипотечного кредитования – это предложение, рожденное спросом. В этом году очень хорошие ставки по ипотеке. Жители Архангельской области очень активно обращаются для того, чтобы оформить заявки. И поэтому Ломоносова 137, новый ипотечный центр – это как раз та точка, где можно комфортно обслуживать наших клиентов. Новый центр ипотечного кредитования стал подарком северянам от именинника. Его открытие приурочили ко дню рождения Сбербанка. Сегодня он отмечает свое 177-летие. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29.